Друзья, всем привет! Мы с вами находимся на ярмарке декоративных птиц, город Кропоткин, Краснодарский край, улица Речная, 6. Пойдемте посмотрим цены на попугаев, на канареек, на рыбок. Вот здесь сразу с ворот рыбки. Это мои рыбки. Ценник, если кому надо, спрашивайте. Номер телефона 8-928-231-6107. Можете на WhatsApp написать за рыбок. Кому надо отправить, кому надо приправить. Сегодня холодно. У рыбок здесь сколько у меня получается? 27. По-моему, 27. Ну, пойдет вроде нормально. Чуть растений привез. Гнезда привез. Гнезда для канареек. Цена гнезда 200 рублей. Можно отправить почтой. В Белгородскую область до 30 ноября, по-моему, бесплатная отправка почтой. Есть пенант вот такой молодой. Пенант стоит 10. Хочу сказать большое спасибо всем причастным, кто стал спонсором сегодняшнего видео. Всем большое спасибо за то, что вы помогли рублем. Поэтому я здесь приехал, буду снимать для вас. У кого есть желание также стать спонсором канала, можете перевести любую сумму денег на номер телефона 8, ну, вернее, карта Сбер или карта почты, номер телефона привязан. Номер телефона 8-928-231-6107. Это как будет благодарность от вас, от зрителей, от подписчиков, всех, кто смотрит. Такие новости. Также еще сейчас объявление второе сделаю и пойдем уже снимать, смотреть все. Есть группа в WhatsApp, группа платная, 25 рублей в месяц. В WhatsApp обсуждаем все дела, как разводить птиц, как содержать канареек, попугаев. В общем, там можно все это дело обсудить. Пишите в WhatsApp, добавлю, будете в группе. Много интересного. Ну и всегда под рукой, можно в трудную минуту задать вопрос у единомышленников. Кто-то поможет. Что я знаю, подскажу. Так, смотрите, здесь идет покупка, продажа. В какую цену какарики? 2,5 одна самка осталась. А, вот они. Давай. А вот развела красотка, пятерку стоит. Идем дальше. Ташек. Здесь вот такая красота. А в какую цену, подскажете? Это же александрийцы. 25, да? Александрийцы 25. Здесь ожерелловые. А почем зеленые? В какую цену зеленые и желтые ожерелики? Зеленые по 12, а те по 17. Зеленые по 12, а эти по 17. Вроде так. Ну, видите, мокрый, дождь шел со снегом. Погода такая. Ну, попугаи сидят. Надеяться на лучшее. Сейчас, может, потеплеет. Карелы, вот они по 2. 400. Сегодня вот клетки такие есть, на земле стоят. Здесь вот голуби лохмоногие. Кто просил голубей, вот, нате, пожалуйста. Идем дальше. Серая какашка, да. Армавирка. Взял вообще за халяву, блядь. Молодец. На. Фу, а что ты продал? Тайга, ты берал, ты дай деньги, бери. Там 12 тысяч. Наливай. Вон наливай. Это а самки что? У вас или самцы? Это самцы. Самцы. Вот там, а, дают тебе отдали? По 1500 самцов отдаю. Это я тебе отдали, блядь. Да. А по возрасту сколько по возрасту? 8 месяцев. Молодые, да? Что за тыки лысые, чубатые? Как показать? Ну, скажи, чтоб ты дал. Вот. А чё? Да я тут такую яхту. Сколько? Мне яхту 17. Ну сколько?
А сколько такие ожерелья стоят? 17. Кто здесь? Не разлучники? Да. А что это? Красноголовник. Какие-то они редкие, да? Такие, да, редкие виды. И почем они? По 1300. 1300. Алло. Здесь у нас котики спят, как сладко. В общем, нет, они сыты, все хорошо. Котики. Потом тут собачки. Холодно. Трясутся. Какую цену чудо ваше? Какое? Вот это черное. Это 10. 10, красавица. Котики красивые. Юра. Такие щеночки, кому надо из Армавира, можете выйти на связь и посоветую, где в Армавире их можно приобрести. Это с Армавира приехали. Друзья, а тут собачки. Азиатка. Что-то мне руки трясутся от холода. Идем дальше. Вот уже дядя купил голубей. Я даже выговорить не могу, потому что это замерз. А почем ваши голуби? Голуби? Или вы купили? Нет, продаю. А, продаете? Да. Домой уже везу. Крупные, хорошие. Крупные, хорошие. 1500 пара. Ага, я понял вас. Взял и пошел. Не разлучники. 4, ровно, вот у меня 4. Какие-то они. Больше нет. И меня... Какие-то они молодые, наверное. 1, 2, 3, 4. Как вы сказали, называется красноголовые? Да. Это именно как идет чистая линия или как? Да. Под вид, да? Да, вид неразлучника. Красноголовый неразлучник. Помню, голова начала уже. И в какую цену вы говорили они? 1300. А пенанты такие сколько? Ой, разылы сколько стоят? Бедные какие. По 6. По 6? Да. Это что, она пастельная или какая? Какая-то бледная. Друзья, волнистые молодые. 500 рублей. Молодежь готова. Скажите, а что купили? Это разнотравье готовое уже продается? Да. Хорошее качество. И кому взяли? Дикая птица. Давно занимаетесь? Свистные занимаюсь. Свистные, да? Да. Ну и так, небольшие хобби еще дополнительные. Это рыбалка, наверное, тоже, да? Ну да, там по мелочи. Он амадинчиков всех купил. Сколько такой стоит? 400 рублей. 400, ну сейчас я его увеличу. Зебрик, да? Да, природница, хорошенькая. У меня как раз там до пары не хватало. Красавица. Ладно, еще не буду задерживать. Всего хорошего. Вот большой выбор таких клеточек есть, как заводские называются, для попугайчиков в основном, для канарейки желательно прямоугольный, чтобы прыгать с жердочки на жердочку. А почем ваши неразлучники? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такие желтые почем? Желтые, банановые 2000. 2000? Да. Ага. А зеленые? Розовощеки 1000. 1000? Так, кто еще? А волнушка почем? 400. А пенанты? 15 тысяч. Один пенант 15 тысяч, да? 15 тысяч. Все, один пенант 15 тысяч. Спасибо, идем дальше. Это еще в Оренбурге на там жизнь.
Иду с магазина. В какую цену такие голуби? А я не знаю, что они слышат. Я вот так майку. Почем такие куры? Подскажите, пожалуйста. 3000 петух. 3000 петух? Да. Куры по две. Куры по две. А рыжие? Это не рыжие, это брама палевая. Брама палевая. По 2000. 2000 курица, да? Да. Ну, семья. Номер телефона скажете? Конечно. 8-918. 8-918. 098. 098. 69. 69. 01. Доставка 01. По всей России. Доставка по всей России, друзья. Обращайтесь. Друзья, вот кто спрашивал, внутри, пожалуйста, есть кроссовки, ранчика. Ценника нет, потому что здесь, видите, ни хозяина, ни продавца, никого. Ну там только они красные. А это, по-моему, молодые павлинчики. Ну тоже продавца нет. Надо белый свет включать. Павлинчики. Так, смотрите, какая тут красота. Перуры. Неразлучно. Это же обязательно разойдется. Вот перуры там. Монах Калита, по-моему. Есть такие. Вот еще парочка перур красивых. Неразлучники красивые. В какую цену ваши неразлучники? Здравствуйте. 2,5. 2,5. А монах сколько стоит? Это ж монах сколько Калита. Сколько ты? Да. Это сколько возьмешь? Да это ж я видео снимаю обзор. Я уже не покупаю. Я утром покупал перур. Ну да, это ж я утром покупал. Это палево черное. 15, в общем, наверное. 15 штучка. 15 тысяч штучка. Пойдем дальше. Так, здесь вот перчи. Интересная порода. Расцветки, вернее, окрас. Это уже укислено, да? А вот тоже неразлучники необычные. В принципе, не зря. Тут вот куры тоже большие есть. А почем ваши уточки? Полторы. Полторы штучка. А в какую цену ваши собачки? Здравствуйте. 18, 15, 20. 18, 15, 20, друзья. В общем, выбор есть. Есть на что посмотреть, приезжать. Красавцы. Друзья, смотрите, гуси. Гуси спасли Рим в свое время. Вот так вот. По ценнику не знаю, даже у кого спросить, что почем. Сегодня на ярмарке даже можно елку купить вот к Новому году. В горшочке. Это вы передаете Сереже со Ставрополя привет, да? Да, да, да. Вот. А подскажите, почем вот эти вот птицы? 4000 пара. Как называется правильно? Каменная куропатка. Каменная кеклик. 4000 пара. Фазанчик. Фазан Элиота. Сколько стоит? Почем? 18000 пара. Фазан 18 пар. Это свайна-самка, внизу самец. Свайна-самка, свайна-самец. Видно, да? 12 тысяч пара. 12 пара. Если вот это вот интересно, пишите в WhatsApp. Вот. Объясню. Это борда золотая. Сведу с хозяином. 8-928-231-6107. Королевский. Королевский. Непальский. Непальского не показал. Непальский. Фокус появись. А вверху здесь кто, это Сереж? Самочка его. Самочка его, непальского. Все, спасибо, обзор сделали, идем дальше. Ну, давай, ну. А тут кто у вас?
Это Трапан. Тут вообще красота какая. Как называется? Трагопан Тиминка. Трагопан. Трагопан Тиминка? Да. Ага. Друзья, вот пожалуйста, кому надо, пишите на WhatsApp. Отправку, если что, делаете? Да, в любую точку России. А сами со Ставрополя, да? Да. Все, друзья, пишите, звоните. Ставрополь. Самая лучшая птица. Идем дальше. Друзья, здесь вот курочки красивые тоже. Здесь ушечки. Вот такая потемнее будет, зеленая. Такая будет, голубая. Посветлее такая еще есть. Какую цену такие курочки? Бирюзовые. По чем они? 600. Надо брать, друзья, надо. Я опять без коробки приехал, так. Здесь вот какие красивые голуби, шоколадные. Друзья, снимать есть много чего, ходить надо, но тут холодно. И каждый раз звонят, там подходят ко мне за рыбками, за кормом. Приходится выключать камеру, бежать, отдавать рыбки, корм. Я сегодня один, без помощника. Бегаешь туда-сюда, ну ничего. Нормально. Идем дальше. Почем канарейки, кто-нибудь знает? Знает, он же сзади, глянь. Физиономию. Полтора рубля, да? Канарейки, бомба. Самочки 1500, да. Так правильно сказать. Полтора, кто-то не понял. Какую цену желтый этот ожерелый? Желтая самка 20 тысяч. Два с половиной года. А вот эти вот парочка желтых? Этим по 7 месяцев, по 18 тысяч. А как эта расцветка называется? Не чисто желтый, да? Это да, называется, как их, корицевая, желтоголовая. Корицевая, желтоголовая. А то чисто желтая. Но это из-за того цена такая, потому что они взрослые. Взрослые. Пару, а пенанты ваши, почем пенанты ваши? А? По 10. По 10? Вот так, друзья, пенанты. Красивые тоже. Идем дальше. Потом звонят, он номер выдает. Друзья, смотрите, значит, есть кто там, самка пенанта? Пенантовая самка, да, 2,8. И бернардовая самка, 2,8. А по цене? Значит, пенантовая 12 рублей, бернардовая 15 рублей. Ага. Скажите, все контакты. Живые, здоровые. Контакты скажите, что... 8-918-370-93-08. Смеется. Все, друзья, звоните, обращайтесь. Она перебила. Да, да. Там утку понесли в мешке. Да. Пойдем голубей таких посмотрим. Короче, если я твой номер отпошляю. Да. Говорит, если продастся с объявления своего, то он мне какое-то угощение приготовит, что ли. Ну, посмотрим. Дай бог, что продалось. Друзья, вот второй ряд пошел. Иду. Мне этот раз уже ходить легче. Тут видите, какие соленья вкусные. Здесь что есть? Рыба. Пойдем дальше. Тут гуси красивые. Хочу гусей посмотреть. Дам вам показать. В какую цену ваши гуси? Здравствуйте. Здравствуйте. 5 рублей проданы. 5 рублей проданы? Ага. Деньги оставили. Будем знать. А как порода называется? Холмогорский, да. Большой гусь. А уточки в какую цену? 500 рублей. Всех возьмете, уступим. Друзья, вот тут можно, если всех возьмете, вам уступят. Приезжайте, кому утки интересны. Канарейки. И вот эти вот. Ай, не видно ничего. Друзья, зебровые амадины. Думаю взять немножко себе на развод. Ну, посмотрим сейчас. Вот тут чуть-чуть возьму, там чуть-чуть возьму. Надо завести новую кровь. А вот еще кто спрашивал фазаны. Пожалуйста, смотрите, красота. Почем у тебя фазаны? Две? А дешевле? А дешевле нету? Идем дальше. Друзья, надо бежать. Опять позвонили. Там рыбку кому-то надо помочь выбрать, поймать. Побегу. Еще видите, сколько не прошел. И холодно, снег. Спасибо за просмотры. Спасибо за помощь, за спонсорскую помощь.
отдельно скажу большое спасибо, помогаете вы мне там в этом плане. Значит, подписывайтесь на канал. Каждое последнее воскресенье месяца будет проходить ярмарка. А так, по ходу дела, буду снимать свои житейские видео там про птиц, про рыбок, про клетки. Всего всем хорошего, удачи. Значит, и предновогоднего настроения. В следующий раз уже будет выставка. Новогодняя будет.